всех на моем канале. Мои орхидеюшки сейчас проходят обработку от вредителей. Обратите внимание, роскошный Джиллиан продолжает распускать бутончики. Посмотрите на этот букет. Он и был букетом, но дорастил еще где-то 50 бутонов. Ой, какой роскошный сорт, вы себе не представляете. Друзья, даже если вы его найдете в стандарте, в бабочке, я понимаю, сложнее найти и материально, и так, обязательно его приобретайте. Я, правда, не знаю, я никогда не видела его в стандарте, я даже не знаю, как он выглядит именно в стандартном цветении. Но он настолько круто цветет, долго, продолжительно, он без конца доращивает ветки. Вы знаете, часто бывает, что если орхидея доращивает ветки, старые цветочки она скидывает. Джиллиан скинул несколько цветочков, я не буду врать. Вот, видите, тут несколько цветочков он скинул. Но не полностью все старые, а только совсем-совсем старые, которым уже месяца 3-4 точно. А сейчас вот он по-прежнему вот такое вот дерево, вот такой водопад. Роскошный сорт. И я так думаю, что это растение одно из моих любимых. Я обожаю таких неприхотливых, таких цветунов бесконечных. И размер цветочков у него не мелкий. Ну, я понимаю, что он сейчас обильно цветет, поэтому размер, соответственно, меньше, чем если бы он цвел не обильно. Но, тем не менее, меня устраивает. Очень даже здорово. Он не мультифлора, он стандарт. Добиться у мультифлоры 50 цветов – это вообще не проблема. А вот у стандарта добиться такое количество цветов – это да. Это нужно постараться. Дикий персик отцветает. Вот. Ну и хорошо, пусть отцветает. Посмотрите. Гора у меня, потому что я уже включаю кондиционер. И у нас очень жарко. Посмотрите. 27 градусов с открытым окном. Если я окно закрою, соответственно, будет больше. Но сегодня еще пасмурный день. Поэтому вот так. Распускается Бьюмонт пилорик. Вот у него какие ветки. Он цвел на два цветоноса. Но когда я увидела у него деток, я отрезала ему цветоносы, потому что мне нужно было, чтобы он побыстрее растил своих детей на цветоносе. А этот неугомонный решил вырастить мне новый цветонос, вот этот новый. И также ветки пробудил на тех срезанных. Ну, бесконечно цветет, тоже шикарный сорт. Кстати, Бьюмонт или Бомонт снимается с производства, вернее, его уже сняли с производства. Так что, если вы давно мечтали, обязательно покупайте, потом его не найдешь. Ну, так, во всяком случае, говорят продавцы голландских орхидей. Вот здесь не цветет, потому что это все новое, практически, за маленьким исключением. Это идет Медсаммер, это идет другая бабочка, редкая, красивая, тоже скоро зацветет, я вам покажу. Остальное все это мои новиночки. Как вы знаете, всю свою коллекцию я приобретаю через интернет, и когда они приходят, я всегда первым делом срезаю им цветы. Я это делаю для того, чтобы, во-первых, растение быстрее восстановилось, и, во-вторых, на цветах бывает куча вредителей. Мне оно не надо. Они у меня стоят, мало того, что на карантине, в отдельной комнате, так еще и обязательно убираем цветы. Мне вообще не жалко, я никогда не ценю магазинное цветение, потому что в домашнем они зацветают более шедеврально. Итак, сегодня было долгое предисловие, извините, я немножко приболела, но я хотела что вам рассказать? Я хотела вам рассказать именно по поводу обработки от вредителей орхидей. Я вам сейчас покажу наглядный пример.
Смотрите, у меня есть детка орхидеи. Это бабочка Роттердам, ее детка. Вы знаете, я долго не могла понять, почему у нее мельчают листики и почему края листиков у нее вот такие вот какие-то неравномерные, да, по окрасу. И вот такие маленькие новые листья растут. Но потом меня осенило, что дело в том, что ее едят вредители. Я ее стала обрабатывать, и посмотрите, какой хороший листик у нее полез. Я уже вижу у него потенциал. Он будет крупнее предыдущих, и постепенно размер их будет увеличиваться. Вот там новый листик лезет. Ну, то есть уже видно, что этот крупнее предыдущих, он более красивый, более полный, и окрас у него равномерный. Ну, короче говоря, лист, тут идет прям граница. Когда я не обрабатывала, он был такой вот, не знаю, плохо на камеру видно, конечно. Он был такой, видно по нему, как будто бы были покусы. Но после обработки он пошел гладким, красивым и по цвету, и по форме, и по всему. Из чего я делаю выводы, что деток орхидей обязательно нужно обрабатывать профилактически от вредителей. Потому что их, они более вкусные, у них более молоденькие листики, более мягкие листики. Их очень любят всякие гадости, которые едят наши орхидеи. Бывает так, что вот у взрослых ничего нет. Они вот, вы видите внешне, да? Вот, а у малышей, они, во-первых, у них угнетается рост. Если вы видите, что детка вашей орхидеи медленно растет, 100% нужно травить вредителей. Первое. Второе. Если вы видите, что у нее мельчают листики, 100% нужно травить вредителей. Первым делом. Ну, конечно, это могут быть еще проблемы с корнями, но вредителей нужно исключить. Вот. Обязательно травим. Как часто? Травим примерно, ну, раз в 3 месяца. Примерно так. Может, даже и чаще, если вы обработали один раз, и через 5 дней нужно повторить обработку, потому что вы знаете, что яйца и взрослые особи, это все по-разному развивается. Вот, поэтому нужно несколько обработок сделать первоначально, потом для профилактики, ну, раз в 3 месяца, я думаю, будет достаточно. И я прям увидела, как детки моих бабочек быстро пошли в рост после обработок. Посмотрите на этого клопа, у нее просто умер пень. Я ее еле спасла. Вот она вот сейчас. У меня вот такой микроскоп. Посмотрите размер, как 2 листа, как фаланга пальца. Буду выхаживать. Может быть, и вырастет. Вот, а эти я получила примерно 2 месяца назад. Я их уже сразу же пересадила. Как я люблю это делать. Посмотрите, это все новые корни, которые за 2 месяца выросли. Сразу же, конечно же, обработала их от вредителей 2-3 раза. Они у меня выдержали карантин примерно 20 дней в отдельной комнате. Вот. И только вот буквально несколько дней назад я их поставила в общую коллекцию. Но все равно, сегодня вот я опять взяла и всех протравила. На всякий случай, так как сейчас весна, вредители у нас залетают и через окошко, и на себе мы можем кого-то приносить. Я всегда травлю свои цветы. Ну, как всегда, они, конечно, не каждый день, но я стараюсь раз в 3 месяца делать обработки им весной и осенью преимущественно. Вот в конце лета, примерно начало осени перед цветением, и обязательно весной несколько раз. И тогда летом все у меня бывает в основном хорошо. Никого не ест. Вот. Но также я обязательно выдерживаю карантин. Даже если... Ну, в основном я получаю же из домашних коллекций цветы. И карантин я обязательно... Ой, ну вот как не показать, а? Посмотрите на эту красоту. Это бабочка Дебора, я ее уже показывала в видео о цветении. Знаете, вот
Она у меня таким темным пятном стоит, так красиво, сразу бросается в глаза, разбавляет. Вообще я сейчас решила сделать упор на белые орхидеи. Я приобрела очень много белых орхидей разнообразных. Я хочу, чтобы их у меня было большинство. Я решила поменять цветовую гамму своих цветов. Вот, поэтому жду с нетерпением осеннего цветения. У меня столько новинок. Вот, ну вот я отвлеклась опять. Начала заодно и ухожу в какие-то другие разговоры. Ну как вот не отвлечься на такую красоту? Посмотрите на этот букет. Желтенькая, калейдоскопчик. Продолжает у меня цвести. Вот. И что я говорила? Травлю орхидеи обязательно. Даже если на них нет признаков поражения вредителей. Потому что есть много вредителей, которые не заметны нашему глазу. Но вы увидите после протравки, насколько быстро орхидеи начинают расти. Ой, ну вот опять отвлекусь. Мигает, конечно, эта лампа предательски. Портит съемку, но без лампы вообще ничего не видно. Это красотка моя Монпелье, старушка. Вот. И вам очень советую обязательно травить. Травить еще нужно, преимущественно пеньки, обязательно. Вот, потому что это, скорее всего, ослабленные растения были, да, которые болели, поэтому они скинули точки роста. Соответственно, как и на людей, слабые люди, которые в болезни или со сниженным иммунитетом, на них что-то цепляется новое. То же самое и у растений. Болело растение, верхушку скинуло. Вот, и нужно травить. Перед тем, как оно даст детку, обязательно нужно травить. Перед цветением обязательно нужно травить, потому что, когда зацветет орхидея, вы увидите какого-нибудь вредителя, вы начнете травить, и все бутоны пожгутся отравой, либо она скинет цветы, в общем, цветение на смарку ваше пойдет. Поэтому обязательно нужно травить. Вот, касаемо горшков, еще раз расскажу, я всегда пересаживаю в горшки соответствующего размера. Вот вы видите, я даже новые получила цветы, вот это тоже новые корни все. И, кстати, она что-то психанула мне давать детку, я ничем ничего не мазала, посмотрите, ой, ничего не видно, она что-то испугалась. И решила дать мне сама детку. Удивительно. Не хочет фокусироваться, ну и ладно. Вот. Я, вопреки всем правилам, не поддерживаю мнение о тесных горшках для орхидей. Вы видите по моему цветению, по моим роскошным здоровым растениям, что все-таки я права. Вот, что это миф. Про то, что говорят, горшки должны быть тесными. Но это очень преувеличено. Если вы умеете правильно поливать, то не обязательно сажать орхидею в очень тесный горшок. Если вы новичок, сажайте лучше в тесный, вы можете залить. А если вы уже опытный орхоман, вообще не обязательно сажать в тесный горшок орхидею. Она и так прекрасно будет расти. Не в большом горшке, а в горшке в соответствии с корневой системой. Я не понимаю вот этого вот орхидея, которая уже 250 тысяч лет сидит в своем покупном транспортировочном горшке в этой старинной коре. А зато таких орхидей у вас 500 штук. Зачем это? Для чего это? Кому это надо? Вообще ничего не понятно. Ну, заведите вы две орхидеи, ну, купите вы эту дорогую, хорошую, качественную кору, купите хороший, нормальный горшок, не майонезное ведро,
И посадите вы эти две орхидеи в шикарную кору, в шикарный горшок, купите им шикарное удобрение, чем вы заведете 500 орхидей, и будут они у вас расти в покупных горшках десятилетиями. Ну зачем мучить растения? Вот честно, вообще не понимаю. Это очень странно, честно, для меня. Зачем? Кому нужны эти 500 орхидей в таком условии, в таких условиях? Это все равно, что как заводят куча детей или куча животных. Эти дети как беспризорники, обездоленные, без одежды, без нормальной, без еды нормальной, полноценной, без питания, без образования, без ничего, зато их 15 человек. Ну зачем? Сами же дети страдают от этого. Ну ладно, проехали. Я понимаю, это очень такая болезненная для многих тема, у кого много детей. Мы не будем об этом говорить, это просто мое мнение. У вас может быть оно другое, я вообще не навязываю. То же самое с животными. Зачем-то 15 кошек заводят, и эти кошки... Ладно, проехали. Это мое личное, поэтому... Вот. Так вот, сейчас как раз-таки давайте, начинайте травить от вредителей свои цветы. Орхидеи у вас или какие-то другие, травите. Даже если вы не видите никаких на них вредителей, травите. А вот еще хотела вам рассказать такую небольшую историю. Получила я вот такого красавца буквально несколько дней назад на 4 цветоноса. Это роскошный, редкий пилор, который просто нереальных денег сейчас стоит. Но мне повезло, я поменялась с девочкой, с продавцом орхидей. И я ей отдала свою старую, красивую, редкую бабочку, которая сидела вот в таком большом горшочке. Там 3 или 3,5 литра. Этот горшок полон был корней. Вот. И получила я, что я получила. Когда я открыла посылку, я увидела обильно цветущие цветоносы, 4 целых штуки. Это магазинное цветение. Когда я ее достала с коры, вы же знаете, я всегда орхидеи пересаживаю, я никогда не верю, ну, что мне приходит, от кого, с частных, не с частных коллекций. А я никогда не полагаюсь на это. Я всегда жду, смотрю, когда она уже ко мне придет. Я достаю любую орхидею, проверяю посадку, проверяю корни, сажаю по-своему в свою кору, которую я люблю, в свои горшки. Вот, ну, соответственно, с этой я сделала то же самое. И когда я ее достала, что я увидела? Я увидела, что там не было ни одного живого корня. Вы представляете? Я отдала роскошную взрослую орхидею на 2 цветоноса, домашних, давно домашних, и получила орхидею, которая полностью без корней. И так как у меня есть опыт, я прекрасно понимаю, что... орхидея за те 2-3 дня, которые ко мне шла, не могла привести корни в такое состояние. Этим корням испорченным уже не одна неделя, возможно, ну, несколько недель. То есть человек, когда меня отправлял, он прекрасно все видел. Вот меня поражает. Вот у меня большая аудитория, у меня много очень знакомых, на этой волне, да, с кем я общаюсь. Много очень людей. Вот продавец, когда отправляет вот такие цветы такому человеку, вот он о чем думает? Вот я вообще понять не могу, зачем мне отправлять труп? Я настолько вот поражена была, я очень огорчилась, я не ожидала такого от человека, честно. Мне очень было обидно и неприятно. Я когда ей написала, она там что-то стала у меня спрашивать, ну, мне это уже не интересно, что она не знает, почему это произошло. Ну, разговор был не об этом, что она знает или не знает.
почему это произошло, разговор о том, что человек видел, что отправлял. Мне очень обидно, честно вам скажу. Такого ужасного растения в таком состоянии я не получала вообще никогда за 10 лет, за 8 лет, сколько я там с 16 года покупаю и меняюсь на орхидеями. Я никогда такого ужаса не получала. Вот. Ненавижу реанимацию. Все вы знаете, как я ее ненавижу. Вот, ну что поделать? Что вот мне поделать? Мне теперь придется заниматься восстановлением этой орхидеи. Еще, конечно, не факт, что она выживет. Всякое может быть, мы не боги. Одному Богу известно, выживет она или нет. Я со своей стороны буду делать все, что могу. А там уже как будет, так будет. Как суждено, так и будет. Я приму любой расклад. Вот. Вот поделилась с вами такой грустью. Мне очень неприятно, очень обидно. Я не понимаю, как можно такие убитые цветы вообще отправлять людям. Вот. Поэтому вот вам и по почте, когда покупаешь. Конечно, лучше воочию видеть то, что ты берешь, и платить за то, что если ты покупаешь или если ты меняешься, то желательно, конечно, видеть и в одном городе это делать. Но у меня нет такой возможности. Я живу в маленьком городе. У нас население во всей республике, наверное, 650 тысяч максимум во всей республике. Вот, поэтому... У нас здесь белые да розовые, дворняшки обычные. Вот, а я люблю редких, интересных. В этом-то и проблема. Приходится идти на риск. Вот поделилась с вами такой историей. Спасибо всем, кто выслушал. Но все равно, сегодня самый прекрасный день. Ничего не омрачит мое настроение. Вот. И желаю вам прекрасного также дня. Всем спасибо, всем пока. Здравствуйте. Получила, вот забрала. Нет ни одного живого корня. Они все полностью сгнившие. Вот как бумаги. Ни одного. Полностью сгнившие корни.